Ну и чё пялишься? Можно поинтересоваться, что ты делала только что? Танцевала! А, это танцы были? Да ты бы хотя бы сказала, чтобы я музыку подложила, а то ты как Дуримонда что-то там... А, да давай еще раз, давай еще раз. Ой, ну тут и так музыка от него исходит. Ну давай еще раз. Давай. Да, сейчас более-менее было похоже на танцы, но в любом случае танцевать ты не умеешь, поэтому... Эй, почему не умею? Ляхами двигать надо уметь, а не просто так. Окей, хорошо. Здравствуй, Чебурак! Оп! Если выбирать между Чебураком и тобой, то из вас двоих собака больше ты, чем вот эта собака. А это все за то, что я не умею танцевать. Кстати, давай выпустим вам. Они сидят в лодке уже не знаю какую серию. И, кстати, сегодня наш зоопарк, наша семья, наш питомец, все, что у нас... Ой. Это что-то тебе... Она в тебя плюнула? Я ее ударю. Ой, да ой. Ты лодку, может... Она меня-то... Я-то почему? Я тебе ничего не делал. Ладно. Да я вас хотела вытащить, Дуримонды вы, Петровны. Лодку из-под вас хотела сломать. Да оставь ты эти хлам, да у нас нет места, чтобы их сюда засадить. Пускай они там будут, пока мы с тобой не построим какой-то сарай. Мы же договорились с тобой. Что, материнский... Мы никогда не построим этот сарай. Построим. Построим! Материнские чувства заиграли, все, она решила их выпустить. Да, прям сейчас. Не сейчас. У нас на эту серию всё. Есть много других планов. Знаешь, каких, да? Там, по-моему, нам сказали попугаев словить. И попугеев, и панд. Наверное, панду мы все же словим в этой серии. Да панды не ловятся. Попугаи да, ловятся, а панды не ловятся. Ловятся панды, просто надо уметь... Ну, Кать, ну ему желтый вообще прям не идет. Покрась обратно. Я знаю. А зачем ты тогда его покрасила в желтый, если он ему не идет? Тебе отомстить. Собака? Ну, в смысле, не ты, а она. Стой, собака. Стой! Стой! Стой. О, успела, успела, молодец. Давненько у нас с тобой не было морских покатушек, и очень давненько у нас не было нашей фирменной... Одну серию! В смысле, коронной песни, давай нашу старую, по традиции, давай! О, нет, ну, она давай, мне уже надоела. Давай последний лучше, раз. Лучше давай вот эта вот черепашка по имени Какашка. Ну, давай. Черепашка по имени Какашка, давай дальше ты. Она слишком короткая, давай фирменную! Давай! Не ломайся! Ладно! Надо на дорогу! Не торопиться! Надо узнать мне, что я за птица! А почему? А потому! Трудно на свете! Быть одному! Знаю! Верю, птицами считаю, только те, которые летают. Птицами считаю, птицами считаю. Пообещай мне одну вещь. Ну? Вот мы сейчас с тобой плывем туда, вот если мы вдруг случайно увидим утопленников вот случайным трезубцем, вот пообещай мне, что мы его словим, хорошо? Случайный утопленник со случайным трезубцем, да? Да, так чисто случайно, вот просто. Ну если мы случайно их случайным образом найдем, мы здесь уже проплывали, поэтому вряд ли здесь заспавнится еще один трезубец с утопленником, ну, на утопленник с трезубцем. Ладно, с одной стороны, как бы нам они нафиг не нужны, потому что у меня же есть уже трезубец. Ну в смысле они нужны, ну мне нужен. Ну а ты им пользоваться не очень так умеешь. А я не умею, потому что я не практикуюсь. Ну ладно, все, обещаю, если мы в этой жизни когда-то через 10-30 серий найдем утопленника трезубца с утопленником, мы его обязательно убьем. Давай, договорились. Но только тебе ничего не выпадет, будь к этому готова. Вот и ладно, когда-нибудь да выпадет. В следующем сезоне, когда выйдет версия Майнкрафта 1.20.20. Вот тогда и выпадет. Вас и то как бы не точно. Огурцы. Помидоры.
Да, нету помидор. А, я думал, мы просто перечисляем ингредиенты, которые в салат входят. Да не, вон морские эти... Да какие помидоры? Огурцы морские. Сельдерей морской. Вон, Данж, вот там должны быть эти утопленники-вонючки. По-любому они должны быть... Вот! Еще и с трезубцем! Здрасте! Давай, иди убивай! Иду! Ой, меня не видит! Тихо! Нет, он меня увидел! Если Кате сегодня выпадет трезубец... Кать, тебе помочь? Я не умею плавать! Нет, я сама! На! Он тебе трусы сломал! На! О, маленький! Естественно, то, что ничего в этой жизни тебе не выпадет. Я же тебе говорю, будет версия 1.22, тогда и выпадет. Ну подожди, но тебе тоже не с первого раза выпало. Ну так мне где-то со 198 раза выпало, ну давай. Вот и мне со 199 выпадет. Так, опа, сундучок! Что там? Уголь и удочка на починку. Давай ты пока забирай вот это, если там тебе что-то нужно. А я быстренько залутаю этот кораблик, если здесь, конечно, что-то будет. Опа! Ну, что там? Два лазурита, один изумруд и одна пузырек опыта, который, ну, в принципе, мне сейчас пойдет. Тебе он не нужен? Как это мне не нужен? Оп. Кать! Ау! Плыви к лодке. Смотри. Ага. Я что-то вообще не туда бросил. Я сейчас вообще офигел, ты что сделал? Ну, я пузырек опыта хотел разбить об вот эту обводку, случайно разбил об дно. Вообще все не по плану пошло. Я поражаюсь тобой. Лучше бы не отдал. Это джунгли? Где? А вон, это большой гриб, это джунгли? Нет, это большой гриб. А? Когда будут джунгли, они будут выглядеть как джунгли, ты сразу их узнаешь. Ну, видишь, я уже подумала, что это джунгли. Так что не будь во мне так уверен. Кать! Я? А давай нашу фирменную, еще раз. Да ты задолбал. Ладно, не надо, хорошо, проехали. Так вот, пока мы путешествуем вокруг света, пока мы пытаемся найти эти проклятые джунгли, которые за 30 серий выживания мы до сих пор еще не нашли, я тебе предлагаю придумать заранее имя для нашей будущей панды. Я почему-то думаю, что ему хорошо подойдет имя Анатолий. Мы не будем приручать панду! Я встречаюсь с живодеркой. Просто режет всех, кто встречается на пути. Просто всех режет. Ну а что? Я опыт собираю, еду нам на будущее. Ну, с одной стороны хорошо, с другой стороны тоже хорошо. Вот именно. У меня сейчас столько много вопросов, на которые я вообще не могу ответить. Подожди. Иди сюда. Иду. Мы дураки туда побежали, откуда же мы прибежали? В смысле? Иди сюда. Подожди. Еще один! Не, подожди, это не тот особняк, который мы с тобой... Ну, конечно! Он же вообще... Это целый! Кстати, тот же сгорел полностью. Так, подожди, у меня очень много вопросов, подожди. Что здесь происходит. То есть мы случайным образом, вместо того, чтобы в первую очередь найти джунгли, которые должны встречаться намного чаще, чем особняки, мы нашли второй особняк? Ну это явно не тот особняк. Конечно не тот, тот сгорел к чертовой бабушке, это целый. Погоди, я без трусов тут гоняю, ты мне говоришь... Зал даже нечего. Ну так трусы напяливай, давай сюда. А ты думаешь нас там... О! Ой! Ты упала? Ну, чуть-чуть сейчас. Как можно чуть-чуть упасть? Ты или упала, или не упала? Ну, в смысле, не сильно. Ой! А нас не прикончат сейчас? Пусть. Да, я не думаю, то, что мы как бы будем сюда внутрь заходить, а просто посмотрю, как у них здесь дела. Возможно, у них здесь все помалесеньку, потихонечку. Но это реально, это другой особняк. Ну, тот сгоревший, логично. Да, ну он похож, но не в огне, как тот. Все особняки похожи. Ой! Кто там мне в попку стрелу запустил? Слушай, но мне кажется, когда мы находим подобные вещи, нам нужно сматываться отсюда как можно скорее, потому что везде, где мы бываем... Здравствуйте!
сегодня ехали, бабай, мы вас в гости не звали. Везде, где мы бываем, все начинает быть проклятым. Мне кажется, этот особняк сейчас тоже загорится. Тебе так не кажется? Да нет, не кажется. Слушай, у нас сегодня как-то много гостей. Мы что, званый ужин организовали или что? Уйдите. Ты где? Ой, как тут классно. Наверху. Кать, ты сейчас умрешь и будешь сюда обратно бежать. Я не умру, я аккуратно. Аккуратно умрешь. Да подожди, ты сейчас я, может, у мазиков тут подприкопаю. Подприкопаю. Кать, эти чупакабры, у которых топор, они тебя убьют с одного, с двух ударов. Ты просто понимаешь вот это? Их тут нету. Их пока что здесь нету. Только что один передо мной заспавнился и шандарахнул меня с одного удара на 4 сердечка. Ой, я ни за что сейчас не найду. О, я вижу, твой ник внизу бегает. Ну давай копайся тогда просто вниз, да и все. Думаешь? Да, думаю. Ну? Ник, копаю. А где? Ты на третьем этаже или на втором? Оп, я вообще понятия не имею. О! Я упала. О! Здравствуйте! Давайте сваливаем отсюда, мы потом когда-нибудь вернемся в этот особняк. Давай! Потом? Да пойдем алмазы поищем! Иду ремонт, да мы в этой серии планировали пойти найти джунгли. Какой нафиг особняк? Зачем нам еще один особняк? Алмазы! Я читала в комментариях, что мы тупые тупицы, не посмотрели тайные комнаты. Кстати, да, в особняках есть много тайных комнат, и говорили, что там есть какое-то яйцо из обсидиана, и в этом яйце есть алмазный блок, прикинь? Вот, пойдем посмотрим, пока. Ну почему? Кать, но... не в этой серии Анатолий, панда Анатолий важнее. Давай. Панда Анатолий важнее. Хорошо. Панда Анатолий важнее. Вы да. Все слышали это? Да, панда. Все слышали? Да, панда Анатолий важнее. Я потом буду читать комментарии какой-то пипука и радоваться. Потому что, блин, я уверена, что подписчики будут против такой идеи. Скажут, вы чего не остались в особняке? Там замазы. Ну давайте мы будем в каждой серии будем искать новые особняки, в каждой серии будем в новом особняке. У нас уже 500-я серия, а мы до сих пор ходим с тобой в обрывках каких-то, в обрывках, в обносках. Это 30-я серия, это юбилей... А, кстати, это реально юбилейная серия, Кань. Юбилейная серия, а у нас с тобой только полив чугану и все. Ну скрафтим рано или поздно, но я обещаю. Ну скоро когда-нибудь у нас с тобой будут алмазные шмотки. Вот прям точно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ярик! Здорово! Ты... Ты чё? Это как? Наземный транспорт. Наземный транспорт. Ты что меня обманываешь? Это как? Универсальная лодка, не только по воде. Оп, смотри. Я могу и там плавать, и сям плавать. И туда могу поплавать, и туда могу поплавать. Понимаешь? Я требую объяснений. Ну какие объяснения? Ну лодка, которая может плавать и там, понимаешь? Вот. Подожди. Все тебе объяснения. Ты где? Давай быстро. Я требую объяснений. Это где? Анатолий! Там какая-то песня, да, была про Анатолия? Анатолий! Ты от скуки, ты от боли! А только Анатоль! Не умирай, пожалуйста. Да, у нас, кстати, до сих пор еще температурейшн есть, поэтому мы... Алло, поэтому мы как... А у тебя лодка откуда? Я решила проверить, как ты так вообще можешь плавать там и сям. Это только я так могу. Катерица! Опа, нифига себе! Что там? Сюда, не сюда, не сюда. Быстро, где, сюда, куда? Сюда, я наверху. Давай, иди сюда. Только чтобы челюсть не отвалилась. Где, куда? Туда, смотри. Наверху большие деревья? Да. Это джунгли? Это джунгли. Это джунгли. Ура! Ну, ты где там? Я за тебя догоняю. Поворотник включи. Ой, это долго, быстрее бежать. Зато комфортно. Ну подожди, как нам сильно повезло, это еще не все, что мы нашли. Подойди сюда. Что? Ты видишь там данж? На дереве вот там. Вот там каменный, видишь?
Вот, возможно. Это даже не данж, это называется вроде храм в джунглях, что-то вот в этом роде. Поэтому перед тем, как мы с тобой пойдем... Опять упала, да? Ну, конечно. Перед тем, как мы пойдем искать Анатолия, возможно. Опа, ты уже знаешь, что можно лазить по лианам? Я чисто интуитивно. Ага, ну молодец. Надо найти вход. Давай мы с тобой не будем вандалами, не будем ломиться через стены. Найдем вот, кстати, вход в этот данж. Давай сюда. Очень быстро нашли. Только здесь, пожалуйста, очень и очень и очень надо быть аккуратной. Там ловушки, Катя! Стой на месте! Я тебе говорю, будь аккуратной! Ладно. Пошли. Подожди. Ой! Я тебе говорю, не иди туда, там ловушки. Хотя ладно, давай, можешь идти. Иди. Давай. Не, тут... Ага, вот тут какие-то... О, молодец, учимся играть в Майнкрафт. Так, здесь у нас одна стрела, ладно, заберем. Так, и здесь, а здесь у нас, опа, еще. Я кое-что забрала из сундука, и это мое. А что там было? Книга на починку. У меня будет меч со всеми прибамбасами. Ой, не меч, а кирка. Ладно, хорошо, тогда если ты забрала из этого сундука все, тогда я заберу из суперсекретного сундука все. Из суперсекретного? Да. Какого вот. Суперсекретного? Вот. Я все себе забрал. Ну нет, это самое алмазное. Мы договаривались на алмазы мне. Хорошо, давай тогда поменяемся. Давай. А у тебя есть? У тебя меч на починку, у меня да? Нет меча на починку, я же его чинил в предыдущей серии за 4 алмаза, поэтому мне нужна починка, чтобы больше не чинить. Давай. Так, а сколько у тебя алмазов? 3. А что мне хватит на сапоги, да? На сапоги, давай. Ну, у тебя еще один, да? Ты успела забрать один? Да. Давай, выбрасывай. А, тогда 5. Выбрасывай. Ладно. Держи. Бать, нифига себе, вот это прибыльный данж, вот это я понимаю. А подожди, у тебя 3 алмаза, да, было? Ну, и ты один забрала. А, да, ладно. Ну, 4 в сумме. Слушай, ну неплохой такой данжик. 4 алмаза и книга на починку. Неплохо. В следующей серии у Катюхи носки будут алмазные, а у меня хотя бы меч уже на починку зачаренный. Неплохо. Ладно, найду потом себе еще что-нибудь. Это бамбук такой? Это не, даже не один бамбук, ты смотри, это просто поляна из бамбуков. А как раз таки в таких полянах обитают Анатолий. Ты смотри, сколько бамбучины здесь. Забирайся сюда, иди сюда, Катя, иди сюда. Ты смотри, сколько бамбучин. А если берешь и сломаешь один бамбук, то все обрушает. Смотри, все рушится. Все рушится просто. Вот это нифига. Ой! Здравствуйте! Посмотри! Попугай! А чем его? Подожди, давай мы в этой серии не будем его кормить ничем и не будем его приручать. В следующей серии приручим. У нас на эту серию Это кто там? Мелкий зомбарь, наверное. Нет, мелкий зомбарь не так делает. У нас на эту серию другие планы приручить панду, а потом уже все остальное. Мы сюда вернемся и приручим других попугеев. Я не хочу зеленого, я хочу красного. Красный прям очень даже прикольно выглядит. Может быть, я зеленого хочу. Опа! Подожди! Катя, помогай, ты мне уже заколебала! Чё стоишь, ничего не делаешь? Давай, бесполезная мадмуазель! А, ты тоже поговори мне, бесполезная! Давай убивай сзади, там мистер Крипер еще. На! Мистер Крипер. Ну или так. Вы заколебали. Ага. Оп, скелетончик. Здравствуйте. Опять без меня там с кем-то здоровается. Здравствуйте, ну иди сюда, я слева от тебя. Ты смотри, как она хомячит, это вкусно. Ты хомячишь, ты такая зайка.
Смотри, башку развернула просто на 180 градусов. Куда? Да, да, подожди, да я ее покормлю. Она будет еще кушать или нет? Конечно, будет, мне кажется, она всю жизнь будет кушать. И никогда не наестся. И держи еще. Конечно, мое еще. Так, хорошо, подожди, а мне очень любопытно, а я ее могу. А я ее не могу на поводок присандалить. И слава яйцам, панда должна жить здесь. Я была вообще против, чтобы мы ее приручали. Так же, как и полярный мишка должен жить у себя на севере. Молодая панда, уважаемая. Я случайно, я не хотел, извините, пожалуйста, я не хотел вас ударить, я хотел лодку подвинуть. Мистер Крипер. Кстати, у меня очень много вопросов, и нам нужна, наверное, группа по спасению панд. Что нам теперь делать? Это как мина, это заминированная местность. Кать, пожалуйста, не шевелись, стой на месте, не шевелись. Если кто-то пошевелится, тогда и панда взлетит на воздух, и мы с тобой взлетим на воздух, и Крипер взлетит на воздух, и все взлетит. И лодка, самое главное, взлетит на воздух. Жрет! Я хотел с Крипером селфи замутить!